А вы заметили, какой хороший звук здесь? И нет никакого микрофона. Нет никаких проводочков. Интересно, как я это сделала. Давайте расскажу. У нас у девочек у всех есть сисечки, а между сисечками есть местечко. Так вот, вы снимаете с вашего микрофона железочку и крепите его между сисечками на скотч. В итоге вы получаете обалденный звук и никаких проводочков. Пользуйтесь. Пишите в комментарии, если вы уже так делали.